all my worries, I prepare for something new. Whatever it was. Всем доброе утро из солнечной Флориды. Мы с вами начинаем новый влог. У нас сейчас еще всего 7 утра, мои спят. Я вышла на улицу. Утром классно, пока еще нет такого палящего солнца. И так тихо. Тут птички поют, цикады поют. Мы, кстати, в бассейне в этот раз вообще не купаемся. Пару раз всего купались, ездим на море, потому что оно близко. 4-5 минут, и ты уже на побережье. Поэтому стараемся чаще купаться в море. Но как-то последнее время большие волны. Ну, на берегу так можно немного поплавать, но все равно не так комфортно плавать, как вот в первые дни, когда мы приехали. Здесь у нас вот такая красота, так тихо, спокойно, кайф. Вот бы домик иметь свой на берегу какого-то залива. Так классно по утрам просыпаешься, тишина, спокойствие. Завариваешь себе чашечку кофе, садишься на причал, пьешь и наслаждаешься красотой и тишиной природы. Кстати, народу у нас поприбавилось. За последние пару дней приехало еще 3 семьи, и сейчас, получается, практически все домики уже заселены. Вчера вечером мы вернулись с прогулки, и тут уже, я смотрю, барбекю готовят, там возле причала кто-то сидел, здесь вот за столиком тоже на гриле что-то жарили вкусненькое. Интересные деревья, да, пальмы? Полностью ствол голый, а наверху ветки, там кокосики, видите, растут. Главное, чтобы на голову не упали. Но они какие-то еще, по-моему, зеленые. Пальмы всегда, согласитесь, да, ассоциируются у нас с отпуском, с чем-то таким хорошим, приятным, с расслабоном. Потому что если ты проживаешь в более северных странах, то, конечно, пальмы ты лицезреешь только когда приезжаешь в отпуск. I wanted to escape for a while. Thought that a couple of drinks could ease my mind. I've been thinking of you for 2 weeks straight. I know that I need to get myself back in the game. Someone said your name had a turn around. Suddenly you're there standing in the crowd. Everything comes back in the blink of an eye. It's like you're mine, you're still mine. Сегодня приехали на другой пляж, он находится всего в 4 минутах езды от нашего дома, и он называется пляж черепах или черепашечий пляж, потому что здесь черепахи в период с мая по октябрь приплывают на берег и откладывают свои яйца. Посмотрим, есть ли черепашки у нас тут на побережье или нет. По идее, сейчас июль, они тоже должны здесь гнездоваться. Так, какое море сегодня? О, кайф! Море сегодня у нас спокойное. Это значит, что можно будет покупаться с комфортом. Ай, красота! Этот пляж чуть поменьше, даже не чуть поменьше, а намного меньше, чем основной Сиестаки. И песочек здесь, конечно, тоже не такой классный. Здесь он, знаете, какой-то даже темный, темно-серый. А там, конечно, песочек мягкий, белоснежный. Но зато плюс народу намного меньше. И идти здесь до пляжа, до моря 1 минута. Мы, кстати, в прошлом году, когда использовали эту палатку, вообще не сразу догадались, что, оказывается, вот эти карманы, они специально предназначены для того, чтобы туда
засыпать песок, и чтобы эта палатка не улетела. Она у нас постоянно улетала, мы туда так все подкладывали, чтобы она оставалась на месте. Оказывается, тут все продумано. И вот здесь тоже есть кармашек такой, чтобы насыпать песок. И так она устойчиво достаточно стоит при любом ветре. Здесь рядом тоже есть маленькая детская площадка такая в виде корабля. Классно, что они продумывают такие игровые зоны для маленьких деток, потому что все-таки немногие могут долгое время выдерживать на побережье. И так пришел, немножко поиграл, отвлекся. Можно дальше идти загорать. Юху! Ой, как медленно! Пять минут назад у нас был такой ливень, и сейчас опять выглянуло солнце. Я, когда смотрела погоду перед отъездом, всю неделю были дожди, грозы. Я так немножко расстроилась, думаю, поди будем сидеть в бунгало целыми днями. Муж говорит, да не расстраивайся, мы же на юг едем, там дождь пройдет, и потом выглянет солнце. Так оно и есть. В день дождь может 2-3 раза, кратковременный такой, сильный ветер поднимается, даже гром, гроза, а потом опять выглядывает солнце. И о дожде теперь напоминают только небольшие лужицы на асфальте. Нет. Бассейном. У нас он после обеда в тени за счет пальм, которые здесь нависают. В общем, супер место. Думаем, куда поехать на ужин. Хотим, наверное, взять пиццу и поехать вечером на побережье. Там посидеть, встретить закат. Больше уже, наверное, никуда сегодня не поедем. Снимай, только понесешь их это в руках, хорошо? Потому что у папы два стула. Забрали мы нашу пиццу и идем на побережье. Красота. Буду определенно скучать по этому виду. Послезавтра мы уже уезжаем. Вот это растение, оно растет прямо на песке. Я не знаю, как оно называется, но вот смотрите, у него лианы идут прямо к песку. Здесь пробивается. Это такое интересное ограждение стоит. Это случайно ли не черепашки здесь отложили яйца, и они специально вот так огородили. Интересно, я не в курсе. Но могу предположить, что это
действительно гнезда здесь черепашки сделали. Вечернее время здесь царит особенная атмосфера. Это что-то волшебное. Я обожаю встречать или провожать закаты. Как правильно говорить? Провожать, наверное, закаты, встречать рассветы. Так классно. Все гуляют, отдыхают, расслабляются. Здесь на этом побережье народу мало. Можно спокойненько, тихо посидеть. Такие моменты, безусловно, хочется поставить на паузу. Просто кайф. Приехали мы искупаться, а тут такая картина, видимо, вчера после дождя прибило столько водорослей. В общем, не очень приятно заходить в такое море, главное, они тут у берега, а если вы туда подальше пройти, там уже чисто, хорошая водичка. Но заходить, конечно, не очень приятно. Да, что-то нам не повезло в последний день. И вчера вечером погодка не очень была, и сегодня. Ну, хорошо, на улице прохладно, сейчас всего 25 градусов. Мы были уже на двух пляжах, и везде у них стоят разные баки для сортировки мусора. Прям молодцы. И в центре мы тоже были, когда гуляли, там периодически встречаются разные баки для пластика, для бумаги, для общих отходов. Здорово. Купаться у нас не получилось, мы не захотели заходить в такое море. Сейчас пришли на детскую площадку, немножко Эмма поиграет и поедем в отель собирать вещи. Вот такую вкусноту нам принесли, это авокадо-тост. А Антон заказал вафли со взбитыми сливками и с манго. Такое необычное сочетание авокадо, манго и сыр фета. Поджаристый хлебушек. Очень-очень вкусно. Мы уже позавтракали, было очень вкусненько. Теперь едем в Джорджию. Заехали. Что купить, Эмма? Мороженое. Мороженое. Какое будем мороженое? Ванильное. Ванильное мороженое мы будем. И сейчас заедем в Starbucks, взрослым купим кофе. Cause
ищем номер, не можем найти. На втором этаже последний заканчивается 217, а у нас номер 220, и мы не знаем, где он находится, как нам туда попасть. Ищем, в общем, наш номер. Как-то у них непонятно. Здесь номера расположены. Все, вот здесь 210, то есть правильно в ту сторону идти. Номера идут по возрастанию. А где номер 220? А может быть вот здесь, Эмма? Нашел. Нашел он там, да, мы прошли мимо. Та-да! Наш номер, где свет? Маленький диванчик, кровать Queen. Что ты там уже лазишь по тумбам? Так, холодильник, микроволновая печь, кровать вот такая. Ну, в принципе, так чисто, аккуратно. Это, а, шкаф. Утюг, гладильная доска, зеркало во весь рост. Здорово. Так, здесь у нас кофемашина, а свет не включается, по-моему. Ну и здесь такая маленькая ванна, совмещенная с санузлом. Здесь тоже, наверное, какие-то аксессуары. Шампунь там, гель для душа. Я думаю, что на одну ночь вполне нормально. Отличительная особенность американских отелей. В любом отеле, мотеле, крутой какой-то гостинице вы обязательно в шкафчике тумбы найдете Библию. Приехали в мексиканский ресторан на ужин. После ужина решили прогуляться. Такой миленький, уютный городок здесь рядом. Были сейчас на кампусе какого-то института здесь местного. Такие аллейки, фонарики. Все так аккуратненько. Это какая-то капелла. Мы уже выселились из отеля, проехали 2 часа. Мы сейчас направляемся в город Читтануга. Хотим заехать на смотровую площадку, побывать немного в горах. Остановились в каком-то парке передохнуть. Здесь такая классная игровая площадка, огромная просто. Здесь всякие разные качели, также беседка там есть. Ну, единственное, что плохо она на солнце. Несмотря на то, что здесь вроде как зонты, все равно солнце печет просто безбожно. Такая просторная территория для отдыха. Сейчас немного разомнем бока. И дальше в путь. Нам ехать осталось всего 40 минут. На этом я буду заканчивать свое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Вы смогли немного отвлечься и отдохнуть вместе со мной. Увидимся в новых роликах. Пока-пока!